посоветуй мне, вот я и пою, и танцую. Надо бы мне коллектив какой собрать, группу музыкальную, чтобы с концертами гастролировать. О, придумала. Может, ты ко мне присоединишься? Да ты что, мне ж медведь на ухо наступил. Я ни в одну ноту не попадаю. Кстати, а ты в интернете искала? Да там одни фрики, а мне настоящие дарования нужны. Такие, как... такие, как я. Посмотри рубрику iNews. Для таких, как ты, уже придумали отдельный сайт. Социальная сеть для знаменитостей. В интернете появилась отдельная площадка для известных творческих личностей. Talent House – это глобальное сообщество талантов в музыке, моде, изобразительном искусстве, кино и фотографии. В новой соцсети уже зарегистрировались актер Стивен Дорф, сыгравший злодея в фильме «Блейд», и бразильский кинорежиссер, снявший картину «Город Бога» Фернандо Мейлерес. Сегодня регистрация на Talent House открыта для любых талантов. Пользователи могут беспрепятственно создавать все эти новые профили в качестве представителей творческих профессий или их поклонников. В Узбекистане начала работу новая онлайн-служба распространения новостей – uzpryvaya.com. Портал поможет компаниям распространить свои новости среди СМИ Узбекистана и Центральной Азии. Те, в свою очередь, донесут информацию до конечного потребителя. Сервис является одним из первых и отличается возможностью прикреплять к новостям фотографии. uzpryvaya.com в скором времени планирует запустить дополнительные услуги, которые помогут наладить эффективную работу СМИ и компаний. Популярная музыкальная соцсеть lastfm.ru запустила новую функцию с замороченным названием «Персональное визуальное радио». Музыку на портале теперь можно не только слушать, но и смотреть. Большинство композиций снабдили прямыми ссылками на видеоклипы. Интернет-проект Last.fm уже давно снискал популярность среди пользователей. Здесь собрана обширная информация об исполнителях и композициях. Это своего рода индикатор музыкального пристрастия. На страницах сайта можно познакомиться с людьми, которым нравится то же, что и тебе. А они, в свою очередь, порекомендуют что-нибудь из своей музыкальной коллекции. Кроме того, здесь можно найти чарты часто прослушиваемой музыки и узнать анонсы ближайших концертов.